Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Россия планирует подписать контракт на поставку ПЗРК и ГЛАЗ-С Индии до конца 2020 года. Россия планирует осуществить подписание контракта с Индией на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» до конца текущего года. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в ходе выставки вооружений «ДефЭкспо-2020». Источник отмечает, что в ближайшее время ожидается согласование сторонами всех необходимых технических параметров. Следует отметить, что в ноябре 2018 года некоторые средства массовой информации сообщали о выборе индийской стороной российских ПЗРК «Игла-С». По имеющимся у источника данным, стоимость контракта может составить 1,5 миллиарда долларов. Индия планирует приобрести 5175 ракет и пусковых установок в различной комплектации с целью заменить устаревшие советско-российские системы «Игла». Источник отмечает, что 600 ракет будет изготовлено индийским государственным предприятием. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.